25 років на ринку працює кредитна спілка «Громада» – найпотужніша установа на півдні України, яка об'єднала більше 10 тисяч позичальників та вкладників-інвесторів, які довірили свої внески. Це люди старшого віку та аграрії, які в 90-х роках залишились без підтримки один на один зі своїми проблемами. «Громада» стала першою з установ, яка почала кредитувати дрібних аграріїв та підтримала людей, створивши спілку для зростання їх добробуту, впроваджуючи соціальні проєкти на їх підтримку. Спілка чесно виконувала з року в рік свої зобов'язання. 2020 рік через карантинні заходи мав вплив на фінансову діяльність. Аграрії не змогли повернути вчасно займи, а тому і з'явились невиплати. Сложилась такая ситуация, как никогда. Во-первых, пандемия, еще погодные условия не важны. И наши заемщики, которые в основном у нас сельхозвыробники, сельское хозяйство, у них сложилось неблагоприятные вот эти вот два компонента, и они сейчас все в тупике. Естественно, нам, нормальным людям, надо было бы переждать какой-то момент, дать возможность выйти с пандемии нашему, во-первых, государству, нашему городу, дать возможность выйти из этого всего, и в конце концов начнутся поступления, начнется обычная размеренная жизнь. Надо же выдержать не только нам, каждой семье, нашей стране. Но если в мире такая ситуация, куда же деваться? Получат урожай наши, те, кто получал кредиты, начнут продавать зерно, получатся деньги у них. И пойдут оплаты, и мы будем получать. Никаких претензий, никаких жалоб громаде у меня нет. Я была очень довольна. И я хочу, чтобы громада работала, и она будет работать, как и работала раньше. Я на это надеюсь, мы надеемся все на это. И так оно будет. Всі проблеми мають рішення, адже спілчани разом вже проходили кризові роки – 98-й, 2008-й, 2013-й. І це можна подолати, згуртувавшись. За эти годы было 4 кризиса, которые мы перенесли, и проходило все более или менее гладко, потому что люди все понимали, что мы все члены громады. Когда-то мы сдали туда деньги, когда-то с крутностановища мы берем там кредиты себе. То есть это наша спілка, и мы там жили. Прикро, але останнім часом політичні рейдери накинули оком на найпотужнішу спілку на півдні України. Я теж була на тому собранні. Мне просто интересно было посмотреть использование людей в личных целях. Стримоусов, как общественник, я его часто и густо вижу, у него методика оскорблять. Он оскорбил 12 раз дебилами, тупицами на этом собрании людей. И я просто улыбалась, думала, как это можно вот людям сидеть и слушать такую гадость. Вам некуда деньги потратить? Больные вы все ходите, понимаете ли? Перестаньте быть баранами. Зі створенням ініціативної групи «Захист громади» спілчани самотужки борються проти рейдерів. Є незрозумілою позиція поліції, адже в офіс приходять представники проросійських сил, розхитуючи ситуацію та залякуючи пенсіонерів та працівників офісу. От жінка ідіот, просто ідіот. Я вже відкрито говорю, ви ідіотка, самонатуральна. Просто ідіотка, розумієте? Вам деньги ніхто не збирається повертати. Він мене оскорбляв, обзивав. Люди кричали на мене, що я куплена, що я проплачена. Ужас какой-то. В таких умовах робота офісу нині повністю паралізована. Мы должны понять, что это временное все, что это все пройдет. То не надо в это время топить громаду, надо бросить ей какой-то спасательный круг. Мы пока этот маленький спасательный круг, мы будем помогать, мы будем разъяснять. Спілчани звертаються до своїх колег, які потрапили під вплив рейдерів, зупинитись, не розхитувати ситуацію. Я хочу, щоб громада об'єдинилась, щоб не йшли за репортерами, які хочуть розвалити громаду. Вот. Хочу, щоб громада об'єдинилась і далі существувала. Наша задача сьогодні підтримати громаду, більше інформації дати качественной, честной по поводу того, что громада действительно не уходит от ответственности, а будет выплачивать эти деньги. Громада будет работать, я больше чем уверен, и все она долги отдаст, и все будет отлично. Представники адміністрації кредитної спілки «Громада» впевнені, роботу офісу буде відновлено. Цьому сприяють і обставини на всеукраїнському рівні.
Проблемы в кредитном союзе существуют. Мы не скрываем этого. Но они существуют не только у нас, а существуют и в банковском секторе, и в других финансовых учреждениях, не только города Херсона, а и всей Украины. На сьогодні вже є план відновлення роботи кредитної спілки громада, але цьому потрібен час. На данный момент в кредитном союзе есть план оздоровления кредитного союза. Мы его хотим озвучить своим членам на загальных сборах. Мы подключили к разработке этого плана наших партнеров, нашу ассоциацию. Мы надеемся на тесную работу с новым регулятором, Национальным банком. Мы, конечно же, надеемся на своих активных, преданных кредитному союзу членов. Мы не дадим падение кредитного союза и не сдадим громаду рейдерам. Кожен членів спілки громада має рівні права у прийнятті рішень і на свої внески. Мы будем отстаивать права всех вкладчиков, а не какой-то отдельной группы. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы найти выход из этой ситуации, которая сложилась. Вот. А ситуация непростая, и на эту ситуацию сработало очень много факторов, и объективных, и субъективных. Кредитные каникулы, которые объявлены были Кабмином, и у нас даже никто не спрашивал, объявляем мы кредитные каникулы или нет. Люди сами решили, раз Кабмин разрешил, значит, кредитные каникулы. Это непростое время, карантин, все решили вдруг забрать свои деньги, а это очень сложно. Сразу все выдать и невозможно. Нужно начать работать и восстановить вот ту прибыльность, которая была. Здесь нужно время, здесь нужно поддержку, нужно дофинансировать из других источников. То есть есть очень много моментов, которые можно применить, и громада будет работать еще много-много лет. Представники громади закликають всіх забирати свої заяви з поліції, які піддались на заклики рейдерів, бо руйнуючи громаду, вони руйнують свій бізнес. Якщо у вас залишилась капля розуму, візьміть ноги в руки, идите забирайте эти заявления, приходите в громаду, на собрание. Вместе будем решать, как выйти из этой ситуации, как нам дальше жить. Все вкладчики, соберитесь, включите мозги свои, включите всех друзей, соберите и давайте поможем громаде. Давайте все вместе сплотимся и поможем нашей громаде и себе. Громада жила, живет и будет жить.